Здравствуйте, меня зовут Суслик, и сегодня мы будем играть в карту грабители. Никто мне не присылал. Вот, и описание. Внимание. Вы просыпаетесь в странном доме. Внезапно, оказывается, вас украли из Македонии. Пам-пам-пам. Ваша задача найти и убить похитителей. Ну, это явный трешак. Давайте его пройдем. Судя по времени его создания, 9.45, эта карта сделана примерно за 45 минут. Вот так вот мы спавнимся. Да, я не уверен, откуда мне начинать нужно. Ну, наверное, отсюда где-то, да? Ну, не знаю, автор точно не уточняет, откуда мне начинать. Поэтому... И ведь я опять же по-любому с самого конца в итоге карту пройду. Алмазы какие-то. Ладно, давайте. Вернемся, Ничего себе. Вернемся там в начало, потому что я не знаю, как тут часто проходить. А во начало. Правило: не ломать блоки, не строить, не использовать читы, не использовать команды админа. Кстати, тебя в лес привезли маньяки, тебе нужно их убить. Удачи, кстати, собери 10 алмазов, это так для азарта. Еще, кстати, тут нужно карту пройти, вот. Так, ладно, давайте тут оденемся. Тыры-пыры там, да, всякие кожаные штуки, алмаз. Так, окей, давайте пройдем паркур. Оп-оп-оп, вот так вот я как босс. Я знал, что тут есть паркур, потому что... там в картинке на сайте прям показано. Мол, паркур, да-да-да, вот это классный паркур, там вообще глиняный паркур, там всякие классные паркуры есть на этой карте, вот, поэтому как-то так. Ну, давайте потихонечку будем проходить. Потихонечку, все-таки не будем спешить. Куда нам спешить-то, господи? Подумаешь, понедельник, нормально, черт. Окей, окей, да. Паркур. Окей, окей, еще не все потеряно. Я пройду это. Ух, как пройду. Ой, все офигеть, как пройду эту карту. Нет! Я не подеваю, как разбежаться можно. На заборчике. На заборчике. Пою налево. Ар. О, даже не поранился, прикольно. А, окей, без спринта тут нельзя. Окей, давайте с спринтом. Такие все на спринтах. Господи, боже мой, да ну всех. Да, дальше я, честно, не придумал. О, во! Типа чекпоинт. Я все равно до сюда допрыгал, правильно? Значит, так можно. На самом деле нет, конечно, так нельзя, но никогда так не делайте, да. Как видите, я даже на полке устоять не могу, что тут можно про паркур говорить. Еще по какой-то причине у меня 21 FPS, когда я записывал Хитмана, было 999 FPS, а тут Майнкрафт же, ну это же Майнкрафт. Вот, и тут... Еще почему-то у меня скачет. Когда я вот обстоял, было 30. А когда я прыгнул, стало 17. И я такой, воу-воу, FPS. Да что за фигня? Тут, по-моему, нужно не с спринта прыгать. Тут со спринта у меня не получается. Говорили, типа, не прислоняйся к стене, разбегай. Ну, нельзя разбежаться, типа, стена. А что делать? Бля. Всего лишь нужно 3 прыгнуть эти штуки. А ладно, пока я прыгаю, я могу рассказать про фильмец, на котором я сегодня был, на котором вам точно не стоит идти. Это фильм что-то там про каникулы, короче, такие 4, нет, 3 женщины и девушка Джастина Бибера такие собираются типа на каникулы. Если что, это спойлер, можете промотать на минуту там вперед, наверное. Но лучше не перематывайте, послушайте меня, чтобы вы не потратили деньги или время там, чтобы качали фильм. Короче, не смотрите этот фильм, вот. Для начала я, наверное, скажу все-таки свою систему оценивания. Я поставил, если бы я был критиком, конечно, не суперизвестным, а таким бомжовским критиком третьего сорта, я бы поставил этому фильму 2 из 10, потому что
Один балл. Половину фильма там фигурировали груди, голые сиськи, там вся херня. Ну, школьники обрадуются там. Вот. Хотя зал был пустой, я не знаю, радовались там или нет. Но я думаю, что школьники, которые случайно попали на сеанс, все такие: сиськи! Да, и вот и такие счастливые ушли домой. А еще один плюс за то, что там было два момента, где они, обкурившись, короче, эти три девки смотрели My Little Pony такие. Ну, там на самом деле озвучка от карусели явно вставлена в русский дубляж, и это ужасно, но... Ну, щита поделать, сука. Вот, а теперь поподробнее о фильме. Четыре девки, которые насобирали, кое-как наскребли после каких-то отпадных супер-тусовок с бухлом, кокаином и куриум 325 баксов. После чего они поняли: нет, этого не хватит нам на каникулы. Они взяли машину препода, не пойми как, ограбили магазин, сожгли машину препода. Я этого момента вообще не понял, нахрена они сжигали, можно было поставить... просто на стоянку обратно, где вы ее взяли, потому что как бы машину-то никто не увидел во время этого преступления, никакой коп там, ничего. Это сука, мать твою, простите. То есть просто сожгли машину, такие все радостные уехали на каникулы, естественно, там штат Флорида, по-моему, они уехали, ну, вы знаете, там пляжики всякие, вот, там набухались что-то, потом, короче, их за кокаин полиция такая всех аж не оштрафовала, не посадила, и типа говорят, мол, говорят, мол, либо вы платите штраф, либо вы сидите еще двое суток. Они говорят: у нас нет денег. И они такие: да, окей, на нет и суда нет, хотя это был суд. Вот, их сажают. Их сажают. Да что, блядь, телефон, сука, как вибратор какой-то. Их сажают, значит, обратно. То есть они посидели, их выпустили в зал суда, их опять посадили. Да, я прошел. Но я сейчас буду продолжать рассказывать. Потом их какой-то гангстер спас, короче. Первым уехала девушка Джастина Бибера. Потом они остались втроем. Так, это что за кнопка-то? Что эта кнопка делает? Ну ладно, мне не нужно этого знать. Какого черта? Я не знаю, как это проходить-то, ребят. То есть вы наступаете на клавишу, это двигается кнопка. О, отлично. Ну вот, продолжаем. Потом, короче, там гангстерская разборка, нигер приезжает к гангстеру и такой: ёбазафака, что тут происходит у тебя на районе? Это мой район, я тут всем заправляю. Пытались они пострелить гангстера, в итоге пострелили одну из баб-шлюх, которые весь фильм только делали, что курили кокаин. Курили кокаин, я сказал, курили и нюхали кокаин, вот. И он такой: все, я не хочу тут находиться, я хочу домой. В итоге она поехала домой, их осталось двое. Они немножечко там по того ширы-пыры попытались в бассейне, потом идет 7 раз повторение фразы типа: ну мы когда-нибудь это сделаем или нет? Они такие: ты что, трусишка? Она такой: да, труси. В общем, не суть. Вот. И в итоге ничего не получилось у них. Вот. Не сюда. Ага, понятно. Потушимся. Вот, в итоге они пошли убивать нигера. От первого же выстрела умер самый главный гангстер. Они пошли дальше. Не понимаю, почему. Как бы они были подкаблучником этого гангстера, а... Вот, они пошли к гангстеру, этому нигеру. В итоге убили главного гангстера. Они пошли дальше, и все ради чего? Ради того, чтобы спиздить Ламборджини нигера, на которых нет документов, ничего. В общем, ребята, полный бред фильм. Даже не думайте на него идти. Спросите вы меня, почему я сейчас все это рассказываю, потому что я не знаю, что мне делать, пока я сейчас записываю это, потому что карта, как всегда, оказалась полным говном. Вот. Три испытания, три паркура. Вот. И два из них я прошел вообще не пойми как. Ну и продолжаем о прохождении, раз я же все рассказал. Давайте более внимательно взглянем на карту. Мы в аду. Что у нас в аду есть? Как всегда, адский камень и лава. Больше ничего нет. Это я типа освободился, да? Ладно, может тут что-то и должно было быть, но тут ничего нету. Ну что ж, из этого выпуска вы узнали ничего нового, кроме фильма, на который не стоит идти. По-английски называется Spring Breaker или как-то так. Лучше скачайте торрент в качестве 144p, посмотрите, проблюйтесь после офигительных сюжетных поворотов, которых нет. Сюжета абсолютно нет. Вот. И удалите нафиг. Все, до свидания. С вами был Суслик. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, группу ВКонтакте подписывайтесь. И всем пока.